Задача. Вспомнить нашу любимую игру 10 элементов. И сделать разные неповторимые 10 зацепов, захватов, выгодных захватов, каких-нибудь скинтовочек. Вперед. Смотри, не внимательно. Да, твоя задача. Ты будешь ведущий или ведомый сначала выбирать. Ведущий, либо я нападаю, либо ведущий, да, ведущий он выцепляет и всякие действия делает. Соответственно, ведомый он убирает. Но ты должен стараться как бы на одно действие 3 раза. То есть первый раз вспомнил, повторил, усвоил. Потом следующие действия 3 раза делает. Потом это принцип такой. Вспоминаете, да, повторяете и усваиваете. То есть самое простое. Значит, простого. Делаешь, у меня за руку. Мы же как бы разминку делаем. Помнишь, как в детстве мы делали? Помнишь, да, такой? Ну, нас учили выходить. Со мной, да. Простой. То есть первое. Вспомни, давай учитесь за все проекты. Ты можешь включать разные уровни, там, бах, потяжелее, как бы делать. Делаешь одно и то же действие. Повторим. Я открою секрет, все лучше получается. И усвоим. Сейчас можно вообще сделать. Ядро. Теперь нет, можешь другой, можешь такой же, можешь другой. Ядро вкладывай. Вспомнил. Кто мы что-то делали, чтобы дать возможность не пройти, сигнал все дать. Есть. На месте стой. Повтори. Бей. Второй ядро включай. Вот так. Все, есть. Старайся бежать, есть, да? Старайся, ну да, в одном положении держать, да. Если есть прием, то да? Теперь ко мне пошло.
Хоть он положил? Бей. Задача. Вот так, я не так, и пойду я пойду в другую сторону. Так не дает. Красавец. Я не бей. Здесь уже да. Здесь же. Нам главное не падать. Если положу, да. Бьем шкуру, как я его сделал. Ну ладно, как бы аккуратно. Ничего не улетел. Не выносит. Вот пошло действие. Вот руку я вторую приложил. Вместе с той. Либо я их фиксил, но он молодец. Здесь бедро обсадывает. Да, по простому. Ты уже везде. А как ты меня поведешь? Если ты так риск укрожился. Молодец, молодец. Хорошо. Просто держи, просто держи. Не хочешь, вот, я качу. Да, просто. Без оценки, просто уважай. Никакого, просто когда момент. Не стоит даже. Ключ еще стоит сзади, за рукой. Ну давай сделаем. Одной рукой? Все, мы сокращаем. А, он пошел один. Нет, это же одной рукой. Нет, это же одной рукой. Вообще кофе уходить. Я тебя, верни, за одну руку. Нет, обычно. Нет, обычно. Просто одной рукой. Я тебя вот так сейчас снимаю одной рукой. Нет, ну держи меня двумя руками, я сыну. Одну руку? Да, я просто что, вначале показать действие какое, почему колено спокойно. Вот это вот действие идет когда, потому что делается, только пошла рука. И что? Вот сразу сюда. Тоже потом, соответственно, только я не буду давать ему возможность. А если когда ты начнешь это резко сделать, ну да, ладно, хорошо, давай разыграем ситуацию, как бы, что ты меня не сразу отсюда, а с какого-то момента начинаешь уводить у вас. Только ты его не знаешь. Проводить бьем от шляпа вообще. Ну вот в этой штуке руки вообще отваливаются. Просто вот так. Куда довести, дашь довести? Пойдем, Коля. Вань, молодец! Молодец, а здесь полезно воевать. Давай, следующий, дальше, пойдем. Блин, ты коленку... Ну, пойдем на надпись. Что это было? Слышь, куда? Всякие действия. Терпимо? Коленку еще. Вы тоже с ней. Самый простой действие. Пойдем. Давайте я пойдем. Все моменты такие, как любые там сложные. Кидай возможность, а потом со мной скажешь, серый стол, мы нужно же это уже делать. Например, я какое-то действие делаю, но вот, да, ты что, максимально критично. Не, а ты что, говорил, да, я говорю. Из этого действия найдем, как ставить не тратиться. Секундочку. Да, 85. Вот это, по-моему, бывает, то ли 40. Беговым мелом сделать. Я хочу, что если можно. Да, то есть ты подхватил. Нет, ну есть наружу. Стоп. Винфил. Просто дай не купите, да, не купите, не купите, не купите, не потому что потом в каком-то положении, а еще можно так пальцем. Да, нет, и прям так, вообще, ну это очень. А
Серьезно. Забав и все. Веном там профессиональный контроль. Вижу контроль, вообще контроль действует уже. Контроль. Здесь не давит, здесь уже это на грани. Не дави, здесь на грани, не дави. Да, и это не посмотри. Да, здесь без вариантов. Либо только. Мне кажется, здесь вариант с ногами. Пока ноги вообще. Волевой сделать. Ноги. Иначе я имею в виду, значит, просто предпринимать. Он тебе просто дать. Вот так. Он будет без вариантов. Вот так, нам еще надо сильнее вносить. Вот так, носи его. После этого действия, скорее всего, какой-нибудь пойдет. Пойдет другое. Пойдет. Так, да уже? Только скручиваешь даже. Так, давай, ладно, еще какой-нибудь переворот смотришь, чтобы. Ну, что-нибудь типа. Вот давай, возможно, да, вот такие вот разные прикормить. Да. Ведро, я вот скажу. Просмотри руку. Я буду вспомнить. Ну, Сахуша, ты уже держишь, уже не больно. Уже что-то зацепился. Не надо его убивать. Ведро, вкладывай силу туда. Сильнее. Ты даешь на мой замок, я замок.
усиливаешь, что ли? А я его хочу вот сюда скрутить. Не получится. Ну, это, конечно, рассматриваю, да. Давай, вот взял замок, говори, что ты будешь дальше делать. Доводи? Только аккуратно, да, только аккуратно. Ну, я тебя просто на душевище поднимаю. Поднимай? Давай, да, только аккуратно. Нормально? Угу. Да, да, да. Только один способ терпеть, чтобы терпеть, но куда? Больше вариантов. Там же есть такой богатый, что захватил, что там клещами. Все так же аккуратно, да, думай сам, смотри, бояться. Только ты помнишь, что меня можешь поднять и унести. Ай, да, тихо, 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 не бросай. Ну или просто. Дальше уже лето. Твоим весом прям раз. Нет, я тебя задавлю, блин, конечно. Да, да, мне что же больно-то.
так же чувствую, все тоже больно. А вы можете еще раз? Пропустил. Давай. Сейчас. Как же ты у тебя стоит хват? Ты бы набиваешь, что ли? Он утомились не сегодня. А. Сегодня с утра занимаемся. А он сейчас с утра, да. С 4 в зале. С 6 часов утра. Даже еще. Хворь, выступаешь? Идет хворь. Вирусы, шмирусы разные. Надо пробить вот это все. Надеюсь, на следующий субботу нам хватит сил подраться. Побороться хотя бы хочу. Поизял. И даже без всяких приколюх. Просто вот правой рукой я получаю. Хорошо, силу. Сейчас попробую. Нет, мне знаешь, что надо. Как связать? Плечом. Помнишь, я нет, получил плечом. Вот давай, ложимся. Ложитесь. Вот он меня, да, повел. Вот этим плечом левым, да. А теперь смотри. Да. Ногами прям вставай, переносить центр тяжести вот сюда вот и левым плечом. Желательно еще на меня направить. А, правым плечом правым, получается, да. Ты его начинаешь придавливать. То есть ты прям вот так вставишь.